Фанта, если что. Я могу фуриком пойти. Ноя, заходи на маме. Ноя на мага. Локи, кто из вас лучше всего во тьме играет? Я как-то поиграл Афликом во тьме. Какая разница, где дамажить? Ну это тоже вот правильно. Там ты бежишь полкарты от метеора, а там ты делаешь три шага, три прыжка влево от лезвия. Так, я думаю, что будет вот так. Сейчас смотрим. Первая пати Альфари во тьме, остальные свет. Во тьме еще будет плюс 5 криту и демон. А для кого этот демон? Для палов? Демон не лучше для РДДшек? Для хилов. Для хилов там. Не знаю, профит это не профит. Лучше будет, если в реале для РДДшек демон. А Лула это кто? Я под этим деревом. Мне нужна помощь. А, блин, что ты сказал? Ну Лула это кто, Рога? 4 КГ из первой пати. Кощуга. Надо же кого-то одевать. Там вон нормальных персов, что ли, не осталось? Да я сам попросил зайти на руку. Дебаф тебе, милик. Ну это нелогично. На кого он может зайти? Ну даже не так. Кем он должен зайти? Садома у нас и так много. Ну так а смысл? Он же все равно ничего не заберет из шпата. Зачем? Он просто типа для галочки 4 КГ из ВРС 25 гель. Он ничего заберет. Может никому не надо чешка. Надо кому-то или чешка? Ну, ладно. Ну хочешь заходи на ФДК. Ну пусть он уже шаманом зайдет, я миликом во тьму могу пойти. У него нет хила все равно, два нет, че? Не, хочешь заходи на МДК, тогда Альфари в свету будет. Или Альфари во тьме, а Визан в свету для СС. А наручи миликовские надо кому-то? А можно мне будет ЕП на кота кинуть? Ты кидал туда уже ЕП? Олег. Ты туда кидал ЕП уже? Нет. Ну так можно же. Что-то нагрели такую кучу. Да, давайте приморозку, когда и командир в рейде, и трэш тоже. Ну как-то умно.
Дайте мне на ману. Че я там лишь хилом буду? Не надо будет. Вон кощуга, если хочешь, зайдет на другого, если вас не устраивает. Че ты правишь, я похил. Какую роль Локи на классике исполняли? Танкование. Да, они же на классике без, ну, не было такого как демон лок понятия. Портала у них тоже не было. Не, там быстро нормально дамажит. Шкаф был у локов на классике. Я не про шкаф, я про портал. Сейчас я выйду с инста на хилбот настрою. Там дестрики охуенно дамажит. Да, у ДК на классике истерии не было еще. У ДК на классике? Хорош. Вот ты знаешь, ты задумывался когда-нибудь про оригинальные фразы наших сагидейцев? Вот это хорошее, знаешь, кто это говорит обычно постоянно? Хорош. Джерио. Да. А чешо вот это. Чешо. Хохол какой-то. Варенька. Чешо. Так это он говорил еще, блядь. Херзнут когда. А, долбоёб. Не, ну хорош же это говорил. Тайди скорик. Не, Джерион говорит. 5 кдпс, хорош. Это не Джерри он говорил, это первый говорил. Ты сова был, я не помню, бля. Постоянно варка там шутки шутили такое. Мирили нолика. Трэш, хорош. Это. Хачик, как его. Вой. Не-не-не. Они меня за спиной, хорош. Чё? Чё? Ты хоть слышал разговор? Я слышал. Скройся. А как ты почувствовал, что они тебя обсуждают? Или как ты зашел? Я прям просто почувствовал, правда, Джарри. Нет, я что-то закрыл Вовку, посмотрел, кто в списке рейда, и с первым Джерри он там выскочил, но он вспомнил. Сука, хорош, Шприцуха говорил первый. Шприцуха. Как его? Тайсон. Тисон у него еще был, Варкерс мы называли. Как его? Вовик, да. Это ж Вовик говорил первым. Не, ну хорош, это Вовик говорил. Это еще в 14 году в адептах он. Так, там Брейкин Прот, Альрана, что-то пафали, никто каску дал. Альрана каски, лайф кулаки, Торин МП5. Сейчас ману риснем чуть. От Хорн что говорил? Хорн говорил. 21. Иди сразу еду, сзади столик стоит. И потом не просите, пожалуйста. Ладно, давайте все тут, начинайте танки. Я все же пойду еще раз выйду, пойду чуть-чуть расширить.
хозяина! Так, что там? Слава, основа, мутант, первую, Дрейген, вторую копию. Кто знает паладина, паладочка с ником? Дайте лапу и каску локом. Папу бафнем. О, спасибо. Так, давайте, все тут вроде. Начинайте. Цирк приехал. Сильнее страдания. Я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Давайте, если тут там такая начинает кто-то. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Нас убивали с расчетом и жестокостью. Но... Знаете, кто говорит, заходи на холи дрища? Что-то у тебя позднее зажигание какое-то. Да, я только сейчас что-то об этом подумал. Кто? Васап. Ну не я так говорю, ну я псих говорю. Он повторил. Это не псих говорил. А, ты, да? Не, Виталик не говорил. Нет, не говорил, что так Кири. Да не, ну Кири то нормально, если камни перебьют, не будет той молитвой исцеления хилить, которая пати хилит. И не будет пытаться перехилить ШП, да? Я говорю, там, поставь камни нормально, тебе будет ХПС больше. Давай, пока. Удалял следующий мейнстримом, да? Там, смотрите, что персы 90 дней висят, только потом удаляются с концами. Он не может не рассказывать о камне, потому что он не может выучить ротацию кота уже полгода.
Не, ну там сложная ротация, ебух. Да там ее никто не может. Я нету, как определенно. Не надо, никто. Ой, зря ты это сказал. Сейчас Джерри, он начнет шред, шред, жопа, там, комбо-поинт, шред, да. Я понимаю тебя, Лёша, что ты играешь двухкнопочными персами, и тебе на все насрать, так что такое. Так, давайте. Кто тут, подходите. Лера на броню, лайф на следоточие. Фрида, мы сами разбираетесь. Танки, мутант, дачишь первый, заходишь по тьму, слава. Големов, и на второй фазе Халёна и Големов. В четвертой фазе добиваем Големов, кроме демона. Так, Кис, там кто, Африк? Демон. Хорошо, кроме демона. Теперь по хилам. Ториан, Фокасак, во свету, остальные все во тьме Синдин подиспелит, свету, Марадгас или на Корин Флам подиспелите. Я не могу, я на старом компе. Ну, значит, Марадгас подиспелит. Так, Дессер, Анки заливаешь коровку с Фукасаку. Так, ну вроде все тут. Давайте, заходите, кушайте рыбу, пишите там, кто на какой спек ролит. Олег, подходи, тебя ждем. СС надо командовать? На второй фазе кинешь на Хапала, на Ториана. На третьей фазе, на второй. Ну да, когда в свет выйдете. Так, ну вроде все тут, давайте чек на пул. От огня не будет ауру? Ничего не понял, Паралайз, что там? Я кушаю просто. Готов? Да. Ставьте мамонт огонь. Да, уже готов. Дайте мамонт, просит. Давайте, не отходите, сейчас будем начинать. Готово? От огня аура будет от паладина? Стоит. У меня не отображается. Там тотем стоит. Так, давайте заходим за линию, все готовы, мутант, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. На третьей фазе присты бьем через взрыв. Дессер, выходи. Бежим. Смотрим лужи, главное в лужах не умирайте. В рейд лужи аккуратно. Эрлин, выноси. Хвосту выносите, Визан. Через хвост возвращайся. Бежим. Смотрим лужу. Витамин. Так, тыка, прожимайся, сразу заходи. Четвертый остается добивать. Заходи, ДК. Заходим, рейд. В печеньку становитесь. Лефа, выноси.
Марин. Заходите. Заходите. Дроид Эйнер своим шаманом. Пропускаете лезвие ближе к морде, за ту метку выносите, за ту метку. Мерлин, за ту метку. Ну-ка. Блять, ну не в лезвие же. Дима, ты тут? Я, да. Ладно, ничего. Сидит, выноси. Что, надо напулить фантом, да? Мерлин не справляется. Так, 52 света, готовьтесь, после лезвия будем выходить. Что у нас ДПС много. Так, смотрим метку, потом будем выходить. Мародгаз, выноси. Это все кощубы. Выходим. Так, вышли. Выходите, выходите. Свет, первую метку ровно назад. Присты бьем через рыв. Мародгаз. Вазан, ты возьму, иди. Вазан, скажите, когда ему зайти можно будет. Заходи. Вот в лужу. Лужа нормально. Вефа. Ходите. Вазан, рост во тьме, свет только по трэшу. Свет только трэш бьем. Так, кис выноси. Да сейчас перебежим. Так, халю на свет не бьем, ждем, ждем трэша. Самогон давай гимн, ставлю тотем. Торин, выноси, слава прожмися. Слава, еще раз прожмися. Так, свет бьем только Халеона, поворачиваю. На рейд готов сакру, протопал. Тьма, стопаните чутка. Тьма не бьет. Так, давай сакру. Тьма, бейте как обычно, свет играем как обычно. В трэш. Отведи дальше. Там дайте инеры, что есть свету на фукусаку. Бейте трэш, свет только трэш бьем, халюна не трогаем. Полочка, выноси. Свет только трэш бьем. Все, играем как обычно. Бежим. Смотрим лужа. Уреет. Да нет. Так, трэш не напуленный, аккуратно. Так, свет только трэш, свет только трэш, халёна не бьем. Ждем 60 и будем добивать. Свет не бейте, только трэш, больших и мелких. Давайте, не косячьте. Стоим, ждем. Не бейте. Метеорит, бежим. Все, трэш напуливайте, добивайте халёна. Лужи только не умирайте. Блять, лужа вред, аккуратно. Все, добивайте. Добивайте Халеона. Ну все, смотри, лужа на лужу, видишь? Рольте мере чешку.